Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я приготовила для вас праздник. Об этой женщине, которая будет сегодня героем моей программы, я услышала от ее родителей. Они с таким восторгом рассказывали о своей дочери, что я тогда уже заинтересовалась ей, а потом и влюбилась в нее. Заочно, потому что я узнала, что она делает удивительные абсолютные дела. И вот сейчас она прилетела из Нью-Йорка, и я буквально на один день смогла поймать ее здесь и сделать для вас удивительную встречу. Я пригласила сегодня в гости Тину Головородько. Тина Головородько, доцент медицинского университета имени Альберта Эйнштейна, Нью-Йорк, США. Родилась в Одессе в 1978 году в семье тогда еще никому неизвестных молодых врачей Аллы и Бориса Головородько. После окончания 8 классов 119-й школы Тину приняли в химический класс Одесского Ришелевского лицея. В 9 классе по обмену она уехала учиться в школу США в рамках программы Freedom Support. Вернувшись в Одессу, Тина Головородько экстерном сдала экзамен за 10 класс и окончила лицей с золотой медалью. Она решила продолжить дело своих родителей и поступила в Одесский медицинский университет. На 5-м курсе Тина выиграла грант на стипендию по программе известного американского сенатора Эдмонда Маски и 2 года изучала организацию здравоохранения в знаменитом калифорнийском Беркли, где была признана лучшей студенткой года. Вернувшись в любимую Одессу и не найдя применения своим незаурядным способностям, Тина уезжает в Нью-Йорк. Ныне она работает врачом внутренней медицины в госпитале Монтефиори и преподает в медицинском университете имени Альберта Эйнштейна. Тина Головородько готова отказаться от успешной карьеры в США и вернуться на родину, в Украину, если будет потребность в ее знаниях и опыте в деле организации здравоохранения. Тина мечтает принести пользу украинскому народу, которым она искренне восхищается. Моя программа рассказывает, она называется «Достояние Одессы», и рассказывает о людях, которые, по моему глубокому убеждению, являются достоянием Одессы. И вот на плечах этих людей, как на плечах этих атлантов, я просто рассказываю, вы же не видели, наверное, мою программу, в Нью-Йорке ее нет пока что. Вот этих двух атлантов, атланты и кариатиды в том числе, держат хрустальный шар в землю. И получается, что в моем случае, вот в вашем случае, это в буквальном смысле, потому что вы сейчас живете и работаете в Нью-Йорке, вы настоящая одесситка, коренная одесситка. Вы родились в замечательной коммунальной квартире на улице. Переулке Ляпунова. Переулке Ляпунова. Да. Первая часть моей программы как раз и рассказывает об истоках, о детстве, потому что мы все родом из детства. Ну, я не знаю, можно ли назвать меня потомственным врачом, потому что это только первое поколение у нас. Бабушка и дедушка не были врачами, хотя бабушка проработала в библиотеке медицинского университета и видела всех, включая нашего сегодняшнего ректора медицинского университета, еще студентом. Еще студентом? Да. Запорожана? Что, да, да. Она им выдавала. Они все приходили, книги у них брали? Да, да. Здорово. Детство. Мне бы, конечно, хотелось вам рассказать очень романтичную историю об одесской коммунальной квартире, но наша коммунальная квартира была не очень романтичной, не очень. Это, к сожалению, там было много одесского, но мало романтики. И я родилась в комнате, где уже жило очень много людей, ну, жили оба моих родителей, жили мои бабушка с дедушкой, поэтому меня первый мой год выставили жить на балкон, и свой первый год я провела на улице, поэтому я, можно сказать, дитя одесской улицы. Дитя одесского, да, балкона. Замечательно, вы себя там хорошо чувствовали, закалялись зимой. Закалялись, да, я родилась в декабре, меня перекрыли целлофаном, так, чтобы на меня снег не падал, а дальше отдали все в руки одесской стихии. Одесской стихии. Она была милостива к вам, и она воспитала очень красивую, милую, такую замечательную женщину. Морозоустойчивую. Морозоустойчивую. Но все-таки у вас был выбор какой-то, идти в медицинский институт, или это было определено, медицинский университет тогда? Как бы оно само собой родилось? Ну, выбор, конечно же, был. Семья у нас довольно демократичная. Никто не давил?
никто не давил абсолютно, хотя очень любили меня фотографировать в грудном возрасте с медицинской энциклопедией в руках. Это была любимая фотография семейная. Да. Я видела ваши семейные фотографии, видела, эту фотографию тоже видела. Да, но я на самом деле, кстати, вот основной выбор у меня был между журналистикой и что журналистикой все-таки, и врачом. Да. Ну, у моей мамы, мы, конечно, на семейном совете решали, значит, куда же мне поступать. И вот меня мама в какой-то момент отговорила от журналистики, сказала, говорит, Тина, в Украине очень тяжело журналистом быть. Ну, правильно сказала. Будет, и есть, и будет. И хотя она, вот, наверное, не могла предвидеть, что журналисты такую ключевую роль сыграют в истории нашей страны, как они сыграли. В истории нашей страны вот, сыграли как они играют последние, да, годы. Я изменила свое отношение к журналистам, да. Вообще к журналистике. В целом, когда журналистика свободна, она чудеса творит, и я сама в этом убедилась, стала гораздо лучше относиться к своей собственной профессии. Я восхищаюсь честными журналистами, преклоняюсь перед ними, но вот в тот момент на том совете решено было идти мне в медицинский институт, и пока что я, конечно, ни на секунду не пожалела, потому что я безумно люблю свою работу. Да. Как вы оказались в Америке? Расскажите об этом, потому что я знаю, что вы необыкновенно талантливый человек. Я знаю, что все, чего вы добивались своим талантом, своим трудом и желанием добиться того, чего вы хотите, и то, что вы ставили перед собой как цель. Спасибо большое за комплименты. Перфекционизм. Перфекционизм присутствует. Присутствует, да? Присутствует, безусловно, но я бы, конечно, поставила трудно первое место. Трудно первое. Да, все остальное уже на последующее. В Америке я оказывалась многократно. То есть оказалась я там окончательно только с третьего раза. И, наверное, в какой-то мере я обязана этим американскому правительству, американским программам обмена, потому что впервые я туда поехала по школьному обмену. Тогда еще в начале 90-х это было, да? Это было в середине 90-х. В середине 90-х я еще была школьницей и поехала туда на год, жила в американской семье, училась в американской школе, а потом вернулась, поступила в институт. Проучилась в институте большинство курса обучения, и потом получила стипендию через программу МАСКИ. И поехала по программе МАСКИ. Это такой известный конгрессмен, да? Правильно. Эдмонд Маски – это известный американский конгрессмен, который эту программу, в общем-то, и предложил в Сенате, и провел ее через Сенат, убедил американских парламентариев за нее проголосовать. Программа профессионального обмена, одностороннего обмена между странами бывшего Советского Союза и США, которая спонсирует молодых профессионалов из постсоветских стран на обучение в американских университетах. Они сами ищут таких людей? Они здесь объявляют конкурс. Объявляют конкурс. А люди уже находятся сами, которые, вот как они об этом конкурсе по-разному разные. Они участвуют в конкурсе и выигрывают. Они на конкурсной основе участвуют. Да, этот конкурс потом рассматривается, в общем-то, отбираются кандидаты в Америке. То есть разных профессий, разных направленностей. Совершенно разных профессий, да. По медицине, самой медицине программы не было обмена, но была программа по организации здравоохранения. Здравоохранения. Да, и вот я выбрала направление политики и менеджмента здравоохранения, и вот по этой программе я туда поехала на 2 года. И там отучилась 2 года, было одно из условий. Это Беркли? Это Беркли, да, университет Калифорнии. Знаменитый калифорнийский университет Беркли. Один из самых престижных американских университетов, насколько я знаю. Да. Входит в такой пул. Я когда узнала об этой новости, я эту новость получила на автоответчике. Я этот автоответчик раз 5 прослушивала, да? чтобы убедиться, что я не ошиблась. Да, что вас приглашают в Беркли. Да. Как было интересно учиться в Беркли? Ну, это, наверное, были самые интересные и развивающие 2 года в моей жизни. То есть вот в Беркли, учась в Беркли, я, наверное, чувствовала пределы собственного интеллекта ежедневно. Ежедневно, да? Да. То есть нужно было постоянно себя, действительно постоянно вот напрягать свой разум, свой мозг вот настолько, насколько возможно было, чтобы соответствовать однокурсникам, да, которые там учились. Это было здорово. Да, это давало громадный потенциал. Да, ну это, конечно, была совершенно бесценная программа. Она меня очень вдохновила. Это как раз был, вот я выпустилась в 2003 году.
вернулась сюда, это оказалось здесь, я возвращалась с тезисами по реформе здравоохранения в Украине, я написала свою финальную заключительную работу о реформах здравоохранения, и возвращалась сюда очень вдохновленная, с надеждой как-то сделать вклад в развитие украинского здоровья. Син, я знаю, что вы возвратились как раз в период первого Майдана, да? Ну, получается, вот, да, 2003 год, а Майдан случился, по-моему, в 2004, да, вот эту как зиму, раз в этот да, да, зиму 2004 по 2005, да, по-моему, да, вот да, да, вот тогда ноябре 2004. Да, я вернулась накануне выборов, то есть вот как раз уже я приехала в Одессу, и я увидела везде плакаты «Одесса за Януковича». Я помню, вот мне было так странно видеть, что кто-то странно уже решил, что «Одесса за Янукович». Да, я накануне выборов, конечно, никому не были интересны реформы. Плюс мне еще нужно было закончить год в институте, чтобы получить диплом. Так что я, учась в институте, пыталась как-то найти себе применение и своим знаниям. Вы пытались предложить кому-то свои возможности. Да, и в Одессе, и вот я помню, я Гурвица тогда, Гурвиц мэром был, я его словила на одной из выставок, дала ему свою визитку, рассказала о себе, но как-то что-то это никуда не пошло. Потом, ну, до выборов, конечно, никого новые должности не интересовали, новые работники. А, ну, после выборов случилась оранжевая революция, и потом я тоже отсылала свое резюме, вот они давали, там по телевизору было объявление, что они ищут выпускников иностранных вузов, помню, послала туда свое резюме, но тоже как-то ответа не получила, ну и в конечном итоге уехала в Америку. И там вот устроилась, и преподаю, и работаю врачом. Вы рассказывали мне, что в этой программе проходил когда-то свои первые опыты и господин Яценюк. Господин Яценюк проходил по другой программе профессионального обмена, она была более короткая, это была, по-моему, самая первая программа профессионального обмена. Это как раз начале 90-х. Да, это была не программа МАСКИ, которая давала образование в университете, полное образование с дипломом. Это была программа обмена между компаниями, где можно было поехать и получить практический опыт работы в американской компании. И я в Нью-Йорке, кстати, вот благодаря майдановским событиям нашим познакомилась с американкой, которая занималась этой программой у нас на Украине, в том числе и в Одессе, да, от Америки. И вот она была первым человеком, который открыла господина Яценюка. Итак, вы оказались в Америке. Вот это очень интересный этап вашей жизни, о котором мне хочется поговорить. Что такое университет Альберта Эйнштейна? С третьего раза я уже приехала в Америку на постоянное место жительства, там подтвердила свой врачебный диплом, что было нелегко. Я представляю, очень это очень тяжело. Что заняло полностью год жизни. Это недолго. Тина, это недолго. Я была в Америке, я там немножечко даже жила, я знаю, что такое врачу подтвердить, это годы жизни проходят, а совсем это не год. Это был год жизни с 8 утра до 8 вечера каждый день. Каждый день? Да, практически без выходных. Так что это действительно было очень легко, но я его подтвердила, попала в резидентуру, закончила 3 года резидентуры. Это американские требования, что да, даже если профессор из другой страны приедет в Америку, ему все равно нужно пройти резидентуру перед тем, как он сможет лечить больных. Вот, и да, я в Америке, тоже в Нью-Йорке, вот, в больнице при Колумбийском университете нью-йоркском прошла резидентуру и устроилась после резидентуры вот сначала ассистентом на кафедре терапии в университете Альберта Эйнштейна и одновременно, то есть там есть вот медицинский институт и при нем больница. То есть при каждом медицинском институте есть, естественно, больница, где студенты получают практические клинические навыки. И больница называется Монтефиоре. А медицинский институт называется Альберт Эйнштейн. Кстати, я к своему стыду не знаю, почему именно в честь Альберта Эйнштейна его назвали, да, потому что, с одной стороны, это медицинский университет, а не физика. Я думаю, что это университет общепрофильный, а медицинское отделение. Это именно университет. Это именно медицинский университет. Имени Альберта Эйнштейна. Но вот я вернусь после этой передачи и пойду, меня саму заинтересовало теперь, почему же именно это такое, откуда такое название, да. На этом уже работаю 3 года,
провожу обходы ежедневные со студентами-резидентами, преподаю у американских студентов-резидентов медицину, терапию и учу их становиться хорошими врачами. Я хочу сказать еще, дорогие зрители, что я узнала о Тине одну замечательную вещь. Она является волонтером, человеком, который, услышав о событиях, а тогда вообще, по-моему, были в Одессе, когда начались события на Майдане, Евромайдане, и я знаю, что Тина начала удивительно много заниматься. Ее квартира – это просто штаб-квартира по сбору гуманитарной помощи, волонтерской помощи всей Америки для наших батальонов, для тех, кто стоял на Майдане в начале, затем потом те, кто сейчас защищают целостность нашей страны и независимость на востоке Украины. Я знаю, что вот я передавала от вас пришедшие важнейшие пакеты, которые стоили несметных каких-то денег. Это кровеостанавливающий пакет Целокс, правильно, да? Для своей дочери, которая вот сейчас там на востоке. И я знаю, что это то, что реально спасает жизнь тех людей, потому что остановить кровь первые, вы знаете, что это такое, это значит спасти фактически человеку жизнь. Я ношу вам глубочайшую благодарность и от Амины, и свою личную материнскую благодарность за то, что вы столько помогаете людям. Вы должны тогда еще вынести благодарность тому одесситу, на чьи деньги это да, было да, закуплено. Да. Я знаю, что это помог Андрей Алексеевич Ставницер. Да, Андрей, большое спасибо, Андрей, за то, что вы помогаете. И мне очень приятно об этом сказать сейчас. Потому что любой человек, который помогает, я понимаю, что это настолько важно, потому что страна держится сейчас на волонтерах, страна держится сейчас на благотворителях, те, кто реально взяли на себя функции государства и общественности, и чего-чего угодно. Скажите, как это возникло? Ну, в общем-то, еще год назад я была очень далека от украинской политики, украинской вообще политической жизни. Я жила жизнью нью-йоркской и жизнью одесской местной. Я здесь выросла, в общем-то, Украины как Украины. Я знала Одессу. Одессу, что я здесь выросла. Одесса – это Одесса, да. Я ежегодно приезжаю на день рождения своего дедушки сюда 29 ноября. И точно так же я приехала год назад, 29 ноября. И сейчас вы приехали точно так же. Сейчас я точно так же приехала на день рождения своего дедушки. Я знаю, что дедушка уже умер. Да, но мы продолжаем праздновать. Вы продолжаете праздновать его день рождения. Да, именно день рождения. Он да. продолжает Собираем жить вместе с вами. Собираем его наших друзей, да, и друзей праздновать. И вот я приехала на его день рождения в прошлом году, и по привычке включили телевизор просто утром. Это было 29-го? 30-го утром включили телевизор. И у нас даже звук не был включен на телевизор, я просто увидела, что бьют людей, что в Киеве бьют людей. И я, знаете, мне даже не было важно, с какими эти люди были плакатами и за что они стояли. Я не ориентировалась в этом тогда, я не интересовалась политикой украинской. Поэтому я просто увидела, что бьют совершенно беззащитных, безоружных людей, которые вышли с какими-то плакатами. И, конечно, во мне это вызвало такую волну возмущения, что я и протеста, и гнева, что я, конечно, не смогла оставаться в стороне от этого. Мы вышли с родителями на следующий день к Дюку с плакатами. У нас был такой большой плакат, который не все поняли. У нас был плакат, на котором мы написали, что Дюк хочет на историческую родину. Я помню, это плакат, я тоже там была. Так как, да, историческая родина в Одессе ассоциируется только с Израилем, поэтому это людей совершенно сбило с толком, они совершенно не поняли, какое это отношение имеет к текущим событиям. Дюк же из Европы, из Франции. Да, но Дюк у нас из Франции, да, и мы хотели сказать, что Одесса хочет в Европу таким образом. Ну, кто-то нас понял, кто-то нет, но, в общем, мы с плакатом там вышли, а потом, когда я увидела, сколько людей собирается в Киеве, и потом на следующий день поступило больше информации о том, насколько действительно этих студентов избили, и как это все было ужасно, и как там добивали этих несчастных, я видела кадры лежащих на полу людей,
Я не выдержала, села на самолет, полетела в Киев. Вы полетели на Майдан? В Киев, на Майдан, да. Это я приехала буквально на 3 дня в Одессу на дедушкин день рождения. Оказалась в конечном итоге на Майдане. Простояла там, отстояла целый день на Майдане. У меня там были друзья тоже в Киеве, которые вышли, они в офисах работают, вышли в костюмчиках, стояли, дрогли там, потому что было очень холодно, была примерно такая же погода, как у нас сегодня с вами. И потом села в конце дня на самолет, прилетела в Одессу, поменяла сумки и улетела в Нью-Йорк. А в Нью-Йорк, я знаю, вы начали активно поддерживать Евромайдан. Вы делали акции возле посольства. Я понимаю, что вы привлекали для этого людей. Да, я нашла там тоже других неравнодушных украинцев. Вот тогда услышали первую украинскую речь, да, настоящую. Да, но в основном это, кстати, вот в Нью-Йорке неравнодушными украинцами оказались в основном выходцы из Западной Украины, хотя есть и из Киева были люди, но в основном это были украиноязычные украинцы, и тогда я впервые вообще столкнулась с украиноязычными украинцами, и это было полное разрушение стереотипов. Полное, да. Потому что они оказались совсем не страшными. И совершенно лишенными какой-то... И каких-то негативных эмоций относительно русскоговорящих вас людей. Русскоговорящих, да. Одесситов, и наоборот, их очень интересовала Одесса, они просили меня рассказать побольше, их интересовали на наша культура и песни, и они все это, оказывается, любят там во Львове, что для меня было полной новостью, абсолютно оказалось, да. И мы с ними даже очень хорошо подружились и вместе организовывали действительно большое количество акций поддержки и привлечения внимания американцев к проблеме Украины. Американцы очень прочувствовали эту ситуацию, да? Или не очень? Или они живут своей жизнью? Вы знаете, их гораздо больше заинтересовала арабская весна, события, вот, допустим, в Египте, которые происходили, потому что для американцев у Америки больше связей с Ближним Востоком. Да. И поэтому их события на Ближнем Востоке как-то больше интерес вызвали, чем события на Украине. Так что я не могу сказать, что американская общественность очень заинтересовалась этим. Этими событиями, хотя общее мнение, конечно, поддержки. Ну, американцы по своей сути будут поддерживать любой народ, который, да, будет стоять за демократию и против превышения полномочий власти. Потому что американцы очень любят контролировать свое правительство. Это правильно. Да, и стоят за свое право ношения оружия, в основном именно из-за этого. Я думаю, что наша общественность теперь тоже будет контролировать правительство, это правильно. Потому что призрак Евромайдана, призрак Майдана будет все время стоять за спиной любого правительства, которое будет заниматься этим. Ну, я хочу еще добавить, что находиться в Нью-Йорке и наблюдать все события, которые здесь происходили из Нью-Йорка, было, наверное, я бы даже сказала, гораздо тяжелее, чем находясь здесь, потому что возникает чувство полной беспомощности. Тут люди хотя бы, они могли или на Майдан поехать, или как-то или помочь. Или здесь возле Дюка что-то говорить. Ну, хоть что-то сделать. А вот я помню, я сидела на работе, смотрела прямую трансляцию того, как продолжают избивать этих несчастных людей, которые там стоят и жмутся, и прячутся за эти щиты деревянные. Ну, я уже не говорю о событиях февральских, и просто рыдала целыми днями, и переводила деньги, и это все, что можно было сделать, это переводить деньги и слать какие-то слова поддержки. А потом, когда началась война, вы начали помогать, понимаешь, ну, а когда, что да, нужно помогать армии, война, надо, да, помогать добровольческим. Мы уже отрядам. Начали собирать и кровоостанавливающие, и термобелье, и теплые вещи. Там большая сеть, на самом деле, в Америке волонтеров, которые кто-то собирает деньги, кто-то находит по хорошей цене вещи, кто-то их закупает. Зачем передают, кто-то передает. Да, кто-то передает, я помогаю это все передать в Украине. И в Украине вы находите, кто нуждается. Склад. Да, я знаю, что этого. Это так. Но я далеко не одна, так в таком режиме сейчас живут очень-очень многие выходцы из Украины. И в Нью-Йорке, и по всей Америке. Я знаю, что ваша мама очень много помогает всем. Она оказалась блестящим волонтером, человеком удивительным. Алла Арнольдовна, и я благодарна тем... Она очень переживает. Да, она очень переживает, и она настоящий патриот Украины. Я думаю, что сейчас рождается украинская нация, наконец-таки, в муках очень тяжелых. И я хочу сказать, что вы живете в Америке. Вот этот вот земной шар. Вот тут ваше плечо. Вы поддерживаете и работаете во благо этой замечательной страны, но в то же время любите, не перестаете любить и поддерживать Украину. Не только потому, что здесь живут ваши родители, просто потому, что частичка вашего сердца – это ваша родина.
Это первая родина и вторая родина Америка. Человек должен жить там, где он хочет жить, и любить то, что он хочет любить. Поэтому я сделала вот такой вот рейтинг достояния Одессы. И хочу сказать, что Тина Голобородько является настоящим достоянием Одессы. Я хочу об этом вам сказать, констатировать, вручить этот диплом. Пусть он напоминает вам там в Нью-Йорке о том, что есть Одесса, она вас любит. Но в дополнение к этому хочу сказать, что у меня раз в полгода бывает такая церемония, где я награждаю своих участников вот такой вот скульптурной группой замечательной. На Гоголя, помните, поддерживающий балкон Атланты, вот этот вот шар? Я не так давно уехала. Да, и вот здесь тоже эта Тина Голобородько. Пусть она стоит там в вашей нью-йоркской квартире и радует вас, и греет. Вот в Одессе сделано руками хороших одесских мастеров. Спасибо вам большое, Ирина. Это очень-очень приятно, конечно, получить такие награды. Я благодарна вам очень за то, что вы так много помогаете Украине, и дай вам Бог здоровья. Я желаю Одессе и всем одесситам того, чтобы все достояния Одессы, бывшие, настоящие, оказались опять в Одессе. Правильно. Это так, очень здорово. Для этого были условия и возможности. Сегодня в гостях у меня была Тина Голобородько. Она живет и работает последние годы в Нью-Йорке, США, работает в медицинском университете Альберта Эйнштейна, но не перестает любить Украину. И частичка ее сердца все время остается здесь, и она помогает Украине выстоять и выжить. Всего доброго вам, до новых встреч. Спасибо большое, до свидания.